Всем привет, ребят! С вами Император Прайм, и сегодня на канале у нас будет Снайпер 3. Итить колыхать. Конечно, не на русском. Конечно же, пока. Скорее всего, не знаю, будет или не будет. Но немножечко посмотрим, на что тут у нас способен CryEngine. И нам не придется от этой игры. Я думаю, она нас порадует. И не придется пить что-нибудь. Типа каких-нибудь Anvimax. О, Anvimax, типа от гриппа, типа такая игра будет хреновая, что прям впадло будет в нее играть, да. Но тем не менее, погнали наших городских и рассмотрим, что тут у нас в принципе интересного есть. Ху, нажимаем пробел, все серьезно. Итак, игра автоматически сохраняется на жестком диске. Ну ни хрена себе. На винчестере. А иногда люди некоторые спрашивают. Я вот не пойму. Есть жесткие, а на винчестере сохраняются. А где винчестер находится в системнике? Думаю, да. Итак, я новую игру начну, ребят. Без всяких тут, короче, тра-та-та. И типа того, короче. Потому что, кстати, здесь играет в начале вообще грузинская песня. Но, скорее всего, за ее, наверное, трахнут. А еще лучше надо было вообще как бы отрубить сам музон вот этот, потому что он, скорее всего, палится и напрягается. Я вообще не знаю. Вот такие фишки, короче, в плане музыки должно вообще отрубать. Надо было сразу отрубать его, кедрине фени, сам музон этот. Ну и так, пошла загрузочка у вас. Пошла, родная, давай, загружай, что тут у нас, оценим, ситуэйшнс, ёханый бабай, знак вопроса, все отмечены, начало игры, окей, бей, окей, я готов. Я готов нагибать, убивать, снайперить, быть пустовым пацаном, короче, хреново, конечно, что нету Russian перевода, ну а что сделаешь, буду типа я Russian перевод. Давай. Скалистые горы Колорадо. 19 лет назад. Ни хрена себе. 19 лет назад. Кто там? Пацан с фингалом. Я сначала, когда вот впервые вот смотрел, вот это, честно я скажу вам, ненавижу игры, в которых ролики хуже, чем сама игра. Ну как можно сделать, сука, ролик хуже, чем в самой игре? Боже, убожество. Графика убожества. Это 2017 год, да? Середина 2017. Вы смеетесь? На Марс летают. В курсе, на Луну летают. Мурашечки вообще серьезно. Я охренеть, мультик. Давай, мультик. Капец, графон, я на Тетрисе забахаю за два дня. Короче, вставки тут. Есть сюжетная линия, есть все как бы, да, но... Ну, не хватает. Полигона вообще почти нет, такое ощущение. Мимика, ну, то есть, в принципе, в этом плане самое. Зато тут листочки падают. CryEngine любит, короче, когда у них много деревьев, листьев, все падает, все та-та-та-та, вот это, да. Омана. Роб? Да Роб, все, come телепорт. On, видел фильм «Телепорт»? Окей, брother. Let's see what you got. Да, посмотрим. Тот, кто хочет обмануть, всегда найдет того, кто позволит, чтобы его обманули. Круто. Это психология, ребят. Это все серьезно. Российско-украинская граница. Прямо тут вообще ебическая сила в ботаническом саду. ETA 2 minutes, boys.
А, бля, я думал, чупа-чупс в виде Христа. Ни хрена себе! Крест отваги? Потерял? Ты чё, придурок? Это ж крест отваги, She's wrong for you, Robert. Says the man whose longest relationship lasted, what, 6 months? Is it bitter and lonely being such a self-righteous? Try to approach, guys. Ready? Try not to kill each other out there. I don't want to break the news to Mama North. Такая сюжетная хрень, когда... Don't be a robot. I'm serious. Любители потрепаться, короче. She scares the shit out of me. Everybody. Все, хватит, давай это, трепаться и все. Пора листочки выбирать. Я хрен не люблю, сука. Я не знаю, кто играл на PlayStation 1 Splinter... Не, Siphon Filter. О, Siphon Filter, обалденная игра. О, и тут, короче, смотрите, исчезает и пошла загрузка, типа, короче, игра. Ядрит твою мать. Пока. Взлетает так. Ох ты, ядрит твою налево. Так. Ха-ха-ха. 19 лет назад написано было. Стас Ярик, привет. Нет, тут в самой игре в заставке дерьмовая. Хотя тут качество высокое, улучшены настройки, я хрен его знаю, все на высокое налупил. Даже шевеленка какая-то, и то хрень. Все как бы натусовано. Нет, тут так, в принципе, нормально. The Russian-Ukrainian border. Not sure what I was expecting. Comm check, Frank, can you hear me? Over. Loud and clear. Listen up, Marines. Listen up, fucking shit. Need to infiltrate that abandoned military complex and destroy its bioweapon stockpile. Stay frosty. Тут довольно приятно, управление именно приятное. Только в начале, короче, чувствительности, ребят, не хватает. Говорю сразу, я вспомнил настройки. Так, мышка. Тут вообще вот так на максималку сразу ставить. Я хрень, у нас стоит 4000 DPI, короче, и тут надо, короче, еще настраивать. О, теперь хоть как-то это. Ну, смотрите, деревья там двигаются, все чётенько. Вот, когда подкручиваешь. Тут до хрена нормально. Have a better view from up there. Roger that. What's that? Режим разведки. Control. Я понял. An idea. A test site, maybe? All right, let's have a look. Fuck. Что там? Look here. We need to find a better spot. А, вот, короче, блин, тоже по дебильному. Control нажимаешь, и видны всякие выступы там туда-сюда. See that? Just piece sucks. Cake. Good job. Прыгай, хреново ассасин. Right. I'm on the other side. So am I. Come on. Time's in short supply. It's a fucking ghost town over there. Too quiet for your taste? In our line of work, quiet never means safe. Сука!
Да иди ты нахер, песик. Dead. Move on. А, тут пестик есть, точно, твою мать, я дебил. Со снайперки пытаюсь. Ха-ха, волка снять. Фан, ядрить твою налево. Так тут ни хрена себе, а ну 4. Фонарик. Пацаны, фонарик есть. Вот это серьезно. Подашь у них прикольно. Да, конечно, когда стримишь, чувствуется, процессор грузится. Не, ну блин, я же пытаюсь по максималке как бы показать красоту. Все равно YouTube, короче, тоже дебильный. Портит все. What now? Let me have a look around. Да я понял. See that scorched tree? Looks like a lightning strike. Ага. But that with the well-placed shot. Разрывные пули, да. So you want me to do it? I'm good. Ой, бля, что ты упал? Нахера ты упалался, дурачок. Стандартные, а вот это разрывные. Change the bullets. Use the explosives. Just saying, brother. Ага, вот. Well, damn. Nice work, brother. You're going first. Good luck. North, sir. Be careful. Yeah, I know. Chill. Не, ничего не убираю. Feels solid. Still. Oh, shut up. Блин, хер запомни, что Ctrl то... то Q вообще прям в разных местах находится. You hear that? Helos? Yeah, sounds like they're coming closer. Stay low, let them pass. Better be safe. Okay, let's go. Пока, пацаны. Ну так, такая, типа, осень, короче. Не скажу, что это лето. Похоже больше на осень. Ух ты, сука. Волки, волки, волки. Я сейчас вот эту херню возьму, если бы полезет. Окей, go. Stay low. They can attack us. Don't think so. Да, так волки ее не услышали, right. Что ты тут это там. Конечно. Alright, we're safe. Follow me. Окей, follow me, за мной, за мной, за тобой. I found some footprints. They look fresh. Whoever left those can't be far away. Is that all? You're the tracker in this family. What can you tell? Что тут у нас? Следы. Военная обувь. Сканирование, сука, прямо с Бэтмена хрень взято. Сканируем. Окей. Scouts? Judging by their pattern, they're organized. And by their depth, I'd say they were carrying some heavy shit. You mean weapons? That's a safe bet. We should be ready for the worst. Shit. Guess it's time for us to get to work. Stay frosty. Don't get carried away. Target sighted. Ух ты, whenever you're ready. Мать. That was easy. There'll be more of them. Be alert. Так, капец, не напался. Он попал по мне, сука. Долго ты. Херовый фокус у тебя, дружище. Так. Here, take it. Here, it's the drone. Time for the recon. You know how to use this beauty, don't you? I'm pretty sure I'll figure it out. С дроном сейчас попробуем.
first you need to tag all the enemies. Got the first one. Тихо, не шатайся. Another one. Оба. Target sighted. Great. Еще вижу врагов. Еще местность надо отсканировать. А он еще один сидит. Снайпер сидит. Типа шило. Пометить всех врагов. Это, конечно, прикольно. Так. Вроде бы 4, да, есть, и 6. Оба на еще один есть. Так, так, так. Где-то я не найду еще. Будем по-тихому. Сука, низкий заряд батареи. Target confirmed. Right, they're all tagged. Get your own back. Вот твою мать. Yeah, I know what to do. Так один есть. Как их пометить? А, вон еще два. А, вот он, сука, красавчик. Ну так всех, всех уже ёханый ты бабай. Так. Так, ну все просто, вроде все. Йоу, чувак, так. Вот двое. Что? Поднять прицел, опустить прицел. Что это за? А-а-а.
или не так? Ну стреляй теперь, чё, все вроде бы. Так, задачи. Жму тап, так это херня. А, надо позиции просто. Ой, твою мать. Сейчас вверх мы его снимем. Да стреляй-то, ты ядрит твою мать. Че ты не стреляешь, придурка? Что-то не то, я не понимаю, делаю. Цели подсвечены. Использую позицию для стрельбы. Может присесть? Ай, боже, к этой херне еще подойти надо. Вот дурака кусок придумал. Снайпера в первую очередь. Дистанция 260 метров. Вот так вот. Watch me, brother. Хрена себе, снаряд этот патрон влево ушел. Хорошо, я понял. На 200, да. Tango down. А! Вообще плюется просто. Что-то, блин, вообще нет таких прикольных наворотов. Ну ладно. Come on, show yourself. You're covered by trees. Конечно, цель за деревьями. Их целых две. Steady, steady. They're spreading out. Shoot. Target down. Confirmed. Second one. 160 meters away. Fifth target, 200 meters. I took him down. Stay focused, John. Сука, бронежилет. Два раза начал стрелять. Wait. A vehicle incoming. Sixth target located. I need you to concentrate. You're only gonna get a single shot off, so make it count. Если двоих сразу. Сейчас попробуем вот так сделать. Two kills confirmed. Good shot. Двоих одним выстрелом. Let's rope down. Шесть из шести. F нажать. Так, враги будут. Что там, блин, твою мать, враги? С вашими врагами. Я понял. Конечно, сейчас игры такое больше на стратегии похоже. Прикольно, только, блин, стрельба, конечно, вообще. Мне нравилось, когда пуля летит. Но тут как-то... Может, тут где-то в настройках есть. Посмотрим. Настройки. Игра. Камера, пуля. Ну вот камера, когда летит, походу. Камера, пуля. Может, нет? Да не, просто, наверное, не с этого оружия. Same here. Follow me, brother.
So, where's your wife these days? Твою мать. Херота. Оба-оба, пошла графика, дождик. A vehicle incoming. I see the driver inside. Leave it to me. Wait, he might know something. Не видно, по-моему. That was close. Not this time. We're coming in. Copy. This place used to serve as a biological weapons test area. You have to blow that whole shit up. Roger. Got it. По своему нельзя стрелять. А не можно. Я думал, мне там можно, нельзя. Как-то так неинтересно. Я думал, короче, нельзя будет завалить его. Ну, прикольно. Ну, по крайней мере, попробуем. Так, что там? Roger. Got it. Давай, погнали. Intruder detected. They know we're here. No point in trying to be quiet now. Что ты, сука, хочешь? After you. Come on. Ёб твою мать. Good job, brother. Anytime. Что, всех завалили, да? What about you, John? Wasn't there anyone in Afghanistan? What about her? Leah was her name. Lydia. So why didn't you two leave it, Rob? Okay then. Forget I asked. Давай, 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 красавчик. Сейчас посмотрим. Use the CCTV. We're gonna beat them at their own game. CCTV. Так. А, камера. I said use the CCTV. Jesus, what's wrong with you, John? Screw that. Go. After you. Давай. That's the entrance to the landfill. Our target must be somewhere nearby, John. Let's move. Clear. Let's go. Чисто. Charges here. You do remember how to do that, brother? Я понял. Надо заложить C4. Вот у них с этой бомбой C4. Covering the door. Hurry up, John. Mercenaries. Сука, камера где-то. There. Dead. Target down. There. Так где-то камера чертова. Вот. Okay, clear. Да все, не трещи. Ох, come ты, on, John. Твоя мать. А если б, сука, не открылась? Что б ты там надел? Оба-на, и авторитет. Не знаю, мистер Норф. Соло-со-мо-со?
One. Two. Until next time, Mr. Wolf. Don't kill him. Все так долго ждали, да, короче, снайпера, но я бы не сказал, что прям капец. Мне больше второй понравился. И опять этот музон, бузон, короче. Тарарарам, тан, 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 тан. Только интересно, Грузия тут, наверное, где-то может в Грузии какая-то движуха будет. Шанулей, Шанулайка, давай. Постворю, ёханый бабай. Ну, конечно, загрузка тут вообще шикарно. Поспать можно. Давай, 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 давай. Начало игры, а в конце, пока проходишь игру, пишет конец игры. Логично вообще. Ну, давай. Я охренею, эта полоска уже охренела просто от загрузки. Уже скоро не пожелтеет, а весь покраснеет, наверное. И мне нравится, вот в углу крутится как-то, это на PlayStation и диск просто загружает. Опа-на, действие один. Тын-тын-тын-тын-тын. О, а вот и Грузия. Теперь понятно, что мы тут. Алексей Петровский, при этом ты на Steam играешь или нет? Нет, нет, я не на Steam играю. Так, ладно. Ну что, Грузия, давай. Убить тут друга можно? Хрен там, с машин. Блин, Far Cry. А ну-ка, вас попробуем, чтобы разогнать. 80. 80? Может, не едем? Чисто на третьей. This is Whiskey, Foxtrot Sierra. What? Frank? You're on this line? Making sure you don't go off the reservation. Hey, I'm fine and dandy, just doing my job. Look, man. I'm sorry about your brother. Сука, я так понимаю, надо по дороге ехать. So where are we? HQ didn't brief you? Блин, тут куча точек, охренеть. Okay, Whiskey Foxtrot Sierra, sir. Big uptick in separatist activity in this part of Georgia. Situation very unstable. These guys are better trained and have more sophisticated arms than we usually see in this kind of operation. It's building something big. Whoever's leading them is one kick-ass motherfucker. Oh, did I mention crazy smart and feared like a god? Ой, мать, херота по мне стреляет. Отстань от меня. Stealth and awe. Copy that. You'll find all the details about the missions on your laptop. First one is already there, Marine. This is a secure and encrypted line. No need for old code names and other secret squirrel bullshit. Just fucking with you, Lodestar. Sims out. Out. Такое управление пойдёшь.
Так, фары тут можно, да, вроде бы. Фары, радио. F, обзор. А, чисто передний, задний, я понял. Нихрена себе, сука, Нива 4 на 4. Хотя, блин, не понятно, не Нива, это было Нива. Блин, так вообще было похоже. Ладно. Нормальный чувак живет тут. Хренатый ассасин прям. Так. Ёб твою, а что это такое? Ни хрена себе, новая пушка. Так. Опа, стопэ. Что тут? Что это? А, такие типа херня, короче, да, генератор. Оба-на, тут что? Расстрел на месте, так. Арсенал, это хорошо. Давай посмотрим, что тут в волшебном ящике у нас. Итак, основное оружие. Что у нас тут? Калибр 7,62. XM какой-то, так. Дополнительное оружие. Дополнительное какое-то херовое у нас. Блин, кстати, лук можно. Ох ты, ядрит, ни хрена себе. Темп стрельбы, конечно, не очень. Зато снижение шума. Я бы, короче, взял... Я, смотри, АК-47. Так. Значит, короче, блочный лук давайте возьмем. Вот такая вот херня. Так, блочный лук. А что у нас со стрелами? Наконечники. Блин, я буду чувствовать этим буду. А, тут бабосы есть. Так, это интересно. Значит, тут есть, короче, у нас система покупки, да? Плоская стрела, трехлезвевая стрела. Что это? Блин. Угу, такая вот херня, да? А ты кто такая? Ну это противопехотная. Но я так понимаю, все равно надо покупать, у нас ни хрена нету. А денег у нас 5000. Так, тогда подождите. Ну это просто закрыто, да? Ладно. Ну, мы сейчас проверим все. О! А это покруче вроде. Хэм урон, темп. Ну да, это покруче. Ну нахрен нам тогда параша. Мы возьмем вот эту херню и будем долбить, короче, всех. Изменить. А ну, X. Ага, прицел. Мы можем тут и прицел, короче, я так понимаю, поменять. Я охренею. Угу. Все, я понял, так. С этим разобрались. С луком ни хера. Сейчас, короче, так купим. Пять стрел. Шесть стрел. Нихера себе. Так, ладно, 10 стрел вот этих возьмем. И трех. И 10 этих.
Так, 20. Я думаю, пока нам хватит. Что тут у нас с пистолета? Ой, боже, нихера нету, короче. Тихо-тихо, я нажал не то, сука, стоять и назад. Да, а тут... Нож. Так, нож. Так, ребят, сейчас, секундочку. Так, с аптечками. С аптечками у нас все туго. Таблетки, аптечка. Ни хрена себе, 700 аптечка. Таблетки. Излечение полное. Ну ладно, давай одну купим. Или чё, или не могу взять? Не могу. Беспилотник. О, нормальный дрон-беспилотник. Все, нахрен, короче. Фу, надоело. Верстак. Это типа, короче, как... Начать работу. Блин, тут вообще хана. Тут даже патроны, короче, можно это делать. Стандартный. Так, 7,62 калибр. 5,56. Так, так. Устройство. Осколочная граната. Кстати, метро новое будет. Вот это класс. Так. Ну, игра. Так, так, так. Короче, я понял. Ребят, тут можно создавать прям... Хочу, не хочу. Кровать есть. Ну, в кровать, не кровать. А, ложитесь на кровать, все. Так, разрулили. Ложусь, твою мать, на кровать, все. Спать, все, нахрен, конец свет. Что, соснуть, а, заснуть? И что тут? Шахтерский городок. А сколько поспать, типа? Да вот так вот давай. Что за бред? Ты задолбала. А, чтобы проснуться, все, я понял. Нахрен начали. Так, а что не на Стиме? Да я игры просто не все. А, я понял. А я как-то не заметил, наверное, просто. Пролистал, скорее всего, не заметил насчет Стима. Поэтому это так скачал. Я понял. Так. Воспользуйтесь ноутбуком. Хорошо. Где ты, твоя мать, ноутбук? А, ни хрена себе, это ноутбук. Ни хрена себе, ноутбук, нормальная тема, так. Два зайца. Приступить к выполнению задания. Два зайчика. Priority one is Arsen Kovach. He's right up there, high in the Separatist command. Intel says he's the butcher of Orjami. Wipe that village clean and burn it to the ground. About 1500 dead. I've got 1500 Georgian lari. That's what? 40 cents to the dollar? I'd like to nail the bills to that son of a bitch's chest and write payment for Orjami across his face. Yeah. That would make it crystal clear that you kill innocent civilians, you got a price on your head.
Copy that. Priority 2. Gunrunner. Igor Zaitsev. Apolitical. Опа-на, вот это прикольно. Говорит, закончились боеприпасы. Охеренно. Твою мать, на станке надо боеприпасы, получается, делать. Copy. Out. Стандартная 338 мне надо. И что это? Три патрона? Что-то я не врубаюсь. Тоже бред, что за бред? Три патрона, что это за херня? Три патрона. Устройство. Снаряжение, адреналин там. Для снайперской винтовки. Так, ну я просто не вижу больше тут нихера. Так, ладно, выходим, все. Будем как в кризисе просто бегать. Ну, графон такой, такой себе. Короче, честно, нет у меня в душе такого. Вау, типа того. Как-то не скажу. Все, поехали, давай. Нихера себе, без прогрева, вот это. Вот это нормально машина. Я реально, мне Far Cry напоминает, вообще просто как искренне. Все, глуши. Аккумулятор с собой забери, это угонят. Пацаны, снайперскую позицию. Где она, сука? Наверху, да? На вышке. Что за твою мать? Что за хрень? Прикиньте, нажимаю Е, не лезет. Тормоз. Все, красавчик. Красавелло. Один есть. Ха, прикольно. Второй есть. Вон еще третий. Трое.
Так, а там у нас... Вот тут я ни хрена не пойму. Давай снимем вас нахер. Херак. Опа-на. А вот он замедление. Так. Короче, по непонятному эти летят пульки. Все равно как-то самой звуковой движок как-то не передает вот это, ну, так, там серьезно, что влупила там снайперка. Ну, в принципе, зато геймплей такой более, ребят, к реальному все так четенько, так. С видом на заправку. Ну все, на заправке вообще нахер никого нет. Я уже всех трахнул. Ёб твою мать. Так, кстати, тачка надо. С вашими снайперскими... Кстати, еще одна херня. Снайперскую позицию вообще непонятно, где занимать. Привет, пацаны. Все нормально, вы не против, если тут заеду, а? Да сука. Давай, газку. Так, все нормально. Что у вас, можно что-то собрать? Так, товары для обмена. А, эти шлюхи тёлку убили. Нужна вам она была. Натуре, а ну трактор. Поехали на тракторе, не? Нихера. Сука, западло. Ну, на тракторе сейчас тут. Заперто? Да ладно. Сука, это бред. Разработчики знали, что, короче, этот. Как заперто? Бля, у кого ключи? Ключи, сука, отдай. Ну вот, их трое было. Давай, немощь. Ой, боже, давай. Обыщи ее. Товары для обмена. Че ключи? Ключей нету. Где логика? Ну... Не, козлы. Так, ну что-то все равно тут непонятно. Сейчас, короче, побезопасно. Вот так. Пошел по полю. Давай. Нахер вот так выглядит, что-то безбашенно. А тут посерьезнее. Да я понял, что закончились боеприпасы. Какой-то непонятный. Ух ты. Мальчики, привет. Еще один. Кто там? Сука, тревогу. Вот это херово. Ни хера не лупят, а?
принципе, четко. Нихера себе, бля, куда там? А, Саня, привет, давай саранчу. Ну да, не спорю. Дай сегодня целый полдня на твинкаре, блин, в саранчу это угонял. А, покупать надо, создавать ты можешь не сразу. А, я понял. Понял. Сейчас. Зайду. Не, в принципе, игрушка такая интересная, само собой. Но есть со своими приколами. Бля, где машина моя? Че, сука, охренели? Ой, блин. Хотя их можно было убить, и не так. Ну вот, да, я понял, у них бабло, короче, собираешь тупо. Машина ясна, все, бомж, идите по пешком. О, калашик. Двадцать патронов. Надо шум не поднимать. Поэтому придется с этой херней. Ну такая игра с задротством, короче. Есть вот такие фишки. Здорово. Ну, молоко дай. Так. Снайпер. Бля, как долго бежать, это охереть, блин. Вот тут какая-то сука меня спалила. Точно, а у меня ж есть этот. Конишуа, бля. Конишуа, да? А ну, маленький, давай. А ну, нахер, полетели. Вот тут херобура какая-то стреляла. Отлично. Ох, нахера тут ваша ума. Четыре, пять, суки. Тут никого нет.
Да я понял, что батарея садится, ваша мать. Все отлично, отлично, отлично. Нахер вырубаем твою эту херню. Все, спасибо. Погнали. Отсюда зона прострела, высотка хорошая. Я везде где-то и засел в кустах, но отсюда бы их всех перехерачил. Вы заходите на заправочку, я так и понял. Херни, блядь, не попасть. Это, блядь, я не знаю, как с этой херни стрелять. Блядь. Сука. Охереть, игрушечка. Надо всю эту заправку чистить. Бля-ля, слишком бегаю сильно. Ну все, пиздец. Бонус не поднимать тревогу. Началось, блядь, все. Охерен. Точно. Давай, сука, вылазь, дурака кусок. Тормоз, тебя ж спалят, блядь. Все, отсосал. Да все, отсосал. Бля, я думал, как ассасин сейчас, короче. Ретимпи как игра. Такая сложная, не, не легкая игра. Тут так не постреляешь, короче. Такая ничего, игрушечка. Ну, надо разбираться. Эх. Так, ребят, надо скоро мне сейчас выдвигаться срочно, срочно там, поэтому на этом я остановлюсь. Сейчас зайду в Discord, остановлю, короче, стрим. Ребят, если что, пишите в комментах, если игра понравилась. Вот, мы продолжим обязательно этот стрим по этой игре. Вот, что я сейчас скажу. Игрушечка такая, не слабенькая, очень интересная. Еще говорите, пишите там, я забабахаю. Вот, все, на этом спасибо, ребят, всем пока, с вами был Император Прайм. В принципе, такая неплохая игрушка, но с своими недостатками, особенно с графикой, что-то мне не очень, конечно, заперло. Ну, в принципе, сам вот это, сама механика игры, в принципе, довольно неплохая. Так что, всем пока-пока, ребят, до следующих встреч.